Друзья, всем привет! Сейчас решил вот немножко перекусить. И, короче, сделаю себе бутерброды вот с таким вот паштетиком. Вот, видите, написано. Паштет печёночный классический. Так он выглядит, короче. Такая вот упаковочка. Вот сейчас себе сделаю бутербродики из этого паштета. Буду кушать. Так, а что тут состав? Давайте посмотрим. Так, состав у нас. Так, фокус не настраивается. Что-то фокус не хочет, друзья, настраиваться. Так, короче, написано состав шпик, печень свиная, мука рисовая, вода, смесь посолочно-нитритная, фиксатор окраски, сахар, песок, лук, жареная томатная паста, пряности. Короче, ладно, друзья, сейчас сделаю себе бутербродик и буду кушать. Перекушу немножко. Друзья, ну вот, если я сделал два бутерброда с паштетиком. Вот так они выглядят. Сейчас, короче, буду пробовать, как они вкусные по вкусу или нет. Вот бутербродик. И вот бутербродик. Ну что, друзья, приятного вам аппетита. Давайте покушаем. Как говорится, слегка перекусим. Паштет вкусный такой, ну, как объяснить, такой воздушно-нежный по вкусу. И это, по вкусу похоже как, ну, на жареную печень, как жареная печенка по вкусу. Можно было чайку себе, конечно, налить. И с бутербродиками с этими попить чаю. Ну что-то чаю неохота, просто так перекушу слегка. Да, друзья, паштет такой вкусный. С чаем или с кофе будет вообще отлично. Говорю, очень вообще похоже вкус на печенку. Ну, сюда же и входит печень, да? Он же и называется печеночный паштет, поэтому и вкус похожий.
Вчера у нас на работе корпоратив был. Классно отдохнули. Где-то ушли с корпоратива в 11:30 ночи. А потом сегодня, короче, узнаем у людей, которые там еще остались. Они говорят, что они вообще разошлись в 2:30. Так что корпоратив удался на славу. Наши работники там отдохнули классно. Вот, друзья. Ну ладно, друзья. Всем пока, всем счастливо и до новых встреч. Увидимся.